вина ли? Наверное, сегодня уже все знают, что такое антиоксиданты. И, конечно же, вы слышали, насколько они необходимы нам для борьбы со свободными радикалами. Но что же такое свободные радикалы? Свободные радикалы — это чрезвычайно активные молекулы, которые потеряли один или несколько из своих электронов. Эти частичные молекулы становятся агрессивными, ищут замену своей недостающей части, нападая на другие молекулы, например, на ваши клетки. Ваш организм генерирует свободные радикалы в результате нормального обмена веществ, производства энергии. Но они также появляются от воздействия на организм токсинов, агрессивной окружающей среды и химических веществ. У всех нас есть определенное количество свободных радикалов, которые циркулируют по нашему организму. Но не их наличие, а их количество влияет на то, возникнут ли у нас проблемы. А это и преждевременное старение, и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет, и проблемы с сердцем, и другими органами. Все эти проблемы возникают под действием свободных радикалов. Свободные радикалы попросту ищут, как украсть электроны у протеинов в вашем организме. Также они могут повредить молекулы ДНК и другие структуры клетки. А это выльется в целый ряд других проблем со здоровьем. Каким же образом антиоксидант защищает вас от разрушающего действия свободных радикалов? Антиоксиданты защищают вас от свободных радикалов путем пополнения их электронами до того, как они успеют украсть их у другой здоровой клетки. Можно представить себе антиоксиданты в виде страхового полиса для вашего организма. Антиоксиданты поступают в разнообразных формах из таких источников, как фрукты и овощи. Если вы посмотрите на пищевые добавки, имеющиеся на рынке сегодня, многие антиоксидантные продукты содержат витамин С. Но если вы обратите внимание, то увидите, что форма витамина С в них – это зачастую аскорбиновая кислота. Форма, в которой поступают питательные вещества, имеет огромное значение. Мы не используем аскорбиновую кислоту, потому что она тяжелая для желудка. Это не буферизированная форма витамина С. Многие другие компании используют именно аскорбиновую кислоту, так как это очень недорогой вид сырья. Мы используем смесь аскорбатов и барбадосской вишни, потому что их качество намного выше, и они не вызывают проблем с желудком. Это синергетическая смесь витамина С. Экстракты косточек винограда и цитрусовых биофлавоноидов делает Винали уникальным продуктом. От компании Arix мы даем вам гарантию эффективности действия Винали. И уверяем вас, что вы увидите и почувствуете на себе результат от использования нашей продукции.